вот смотрите, на этот бабах по-хорошему надо сделать назад. А. Сможете, да? Драма «Гениальный пианист» Лифштайн будет разворачиваться на малой сцене и без спецэффектов. Все должно быть максимально достоверным, считает режиссер-постановщик из Новосибирска Сергей Черных. Ничего такого особенного, никаких декораций не ставим. Мы пытаемся создать некое закулисье. То есть здесь у нас лестницы, какие-то ящики, вешалки, то, в чем живут творческие люди. И, естественно, людям не творческим часто очень интересно посмотреть, а какая вот кухня у этих людей, чем они живут в быту. В быту у главной героини смерть сына и полное уныние. Она отказывается от музыки, но вне ее существовать не может. Из глубокого кризиса пианистку будут вызволять другие герои пьесы. Как такой человек существует, и ей очень сложно совмещать эти две реальности, потому что она полностью отдана музыке и абсолютно беспомощна в быту. Вот примерно такой я вижу свою героиню. Ну, а какие-то нюансы, да я уже не могу рассказать. Это мое личное представление о ней. Драму «Лифштайн» написала немецкий драматург Нино Хартишвили, а сама постановка – совместный проект театра Пушкина и Гёте-института. Спектакль о пианистке будет пронизан музыкой Рахманинова, Равеля и Шумана. «Лифштайн», это сама Лена Привалихина. Лена, да. Вот Лена Привалихина, второй костюм. Третий костюм Лены Привалихины. Вот этот костюм в работе. К премьере готовятся и в мастерских театра. Швеям, например, нужно сшить 13 костюмов. Пока готовы 3, но мастера обещают уложиться в 2 недели. Премьеру спектакля «Лифштайн» красноярцам покажут 27 мая. Клавдия Стельмахович, Михаил Масленников, Афонтово, новости.